нас открытие выставки под кодовым названием ВИХС. Расшифровывается это очень просто. Выставка художников-социопатов. Сейчас очень часто говорят о расстройствах личности, как с этим люди живут, как они в творческую сторону двигаются с этим состоянием. Кто-то зашифровался, кто-то не определился. Но те, кто сегодня пришел к нам, поучаствовал в выставке, в этом событии, вот они признались. Там погрузиться в глубокую историю, то первичными социопатами являются гномы, тролли, гоблины, нибелунги. Это такие первые элементы Земли, которые, в общем-то, и отвечают за все материальное творчество, которое нас окружает. Я убежден в том, что все художники являются социопатами. Эта серия работ называется «Симпличио» или «Раскумеризация». Вот, я думаю, что огромное количество людей нуждается в том, чтобы отказаться от кумиров. Я не всех людей как бы могу переносить. Мне с некоторым очень сложно дается общение, поэтому в какой-то степени я могу себя называть социопатом. А в целом мое творчество олицетворяет какие-то в основном мои душевные порывы или порывы моих близких людей. То есть, я, например, у меня очень много друзей-музыкантов. Я могу писать для них, потому что эти люди меня вдохновляют. Специально для этой выставки «Мертвый прапор». Там есть слон, одиночество в сети, приведение к общему знаменателю. Это Анка-пулеметчица. Здесь атмосферно, уютно, такой своеобразный омский андерграунд. Если хочется прийти за какими-то новыми своеобразными ощущениями, то вам левую ногу. Чтобы немного разогнать мышление, его пощекотать. Есть разные художники, есть и социопаты, которые открыты к миру. Кто-то может просто не, типа, творить фигню для вида, а кто-то может просто так выражать свои эмоции, выражать свои чувства.